Ну вот сегодня у нас 10 июня 2022 год. Кто приехал? Ну давайте разгружайте. Подъехать куда-то? Подъехать туда? Ну, можем подъехать. Давай. Так, у меня телевизор, вот, а не надо. А смотря куда разгружать? Там продукты ввозить. Ну, мука, 3 мешка. Ага, ну туда. Надо проехать тут. На Лабас. Сейчас она даст. Ну я вообще-то там открыл, то место открыл, там ворота открыл. Заезжать-то. Я не жалею, сейчас маленько-то. Я взял ведро, это бывает сейчас на плотку хорошо. Взять. Отходите. Ага. Давай. Давай, давай. Шарик, 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 шарик. Мне дам сейчас кошек. Я тебе дам одну кошку, ту червяка, с которой в подвале была. Ага. И там ее выпустим. Все, заткни, чтобы она хотя бы 3 пожила внутри. Ладно. Так. Потихоньку вот это вот. Двумя руками держите. Это компьютер. Это компьютер. Туда в дом неси его. Ну вот я... Займитесь. Че? Взяла по 10 пока килограмм гречки. Да, потом пойдет. Потом еще привезу. Вот, о, компотик потом... есть. А я думаю, про компот-то я сказал, не сказал. Некуда. А? Некуда было складывать. Так, морковь, капуста туда? Нет, это на кухню. Так. Это смотря че это, не знаю, на кухню или это Надежда Васильевна? Это на кухню. На кухне, да? Надо в холодильник только это все. Ну все тогда. Ну, оно дрябленько, чтобы не совсем дрябленько. Так, кошек. У меня 2 кошки. Так, давайте, вы вытащите все. Вот оттуда, с кухарином несу. Ну, наверное, сюда. Володя, инструмент. Сюда пока на угол ставь, домой унесем потом. Не знаю, кто-то принес, может, нам. Положи, она прекрасно знает. Лагерь. Так. Это я купила. Эти продукты, Володя, это здесь разное. Мы сегодня вот таких давали нынче. Ну туда все, на Лабас, да и все. На Лабас, а потом да. Возьмешь сколько надо, да? Да, да, да. Ну давай, вытаскивай. Там у меня есть продукты. Угу. В доме. Так, еще что-нибудь. Кто тут есть стоит? Да и помогайте. Вот, вот. Это Лабас. Вот это поставь там подальше, рядом. Это твоя. Мои? Да. Моя кошка. Черносечка, черносечка, где? Да. Кошечка. Ух ты, какие сапожки. Вот да. Сразу. Брат сразу оценил, да? Вот это моя. Держи. Золотая молодежь, кавычка. Как музыку врубит на всю катушку. Ага. И все, птички все. Куда это загружу? А? Туда, это туда. Куда, туда? Ну, на веранду пока положи. Куртку на стол куда-нибудь. Вот, кошка. Вот это в комнату кошка, тоже да. Занести. Скажи, что ты тянешь. Аккуратно. Я беру. Это кошки. Да. Кошки. Да. Мешки тут на веранде, а кошки домой. Так, подожди, разгружать? Не надо разгружать, не надо. Он хочет туда вынести. Володя, ты сразу отложи, чтобы за ними не ходить, сколько тебе надо. Ну вот это вот забрать отсюда, а остальное на Лабас все. На Лабас, да? Да. Вот это, забери вот эти хлопья в мешке в маленьком. Сюда поставить. Ну давайте. Ты покажи как. Там двери открыли ворота? Да.
Где она? Но она может здесь. Все, отошли. Это лагерь. Лагерь. Ну, все, Володя, закрывай. Скинуть ее здесь. Не, не, ну, дам. Это хлопья вот эти. Вот это. Коврик. Вот эти хлопья. Туда, это да, но нам такое, хватит одного. Я все равно все. Там паркуюсь. Ты да. Сам, я разбираюсь, я не буду туда. Так, да. Это так, посмотри, здесь место. Пойду. Смотри, сестра. А? Вот здесь вот, посмотри, вокруг шарика. Ты сможешь проехать вон там на прямую клабусу? Вот тут, посмотри, по покосу тут. Пространство хватит тебе проехать? Если нет, то через ворота, как в том году, через ворота заедешь. Шарик, шарик, да. Гулять охота ему. Жарко ему. В своей черной шкуре-то. Да, прямо. Да. Все. Вот так объедешь и прямо. Брат, брат, видишь, какой заботливый, даже оставил красивый цветочек. Ты посадил его? Нет, он был. А, блин. Все, подъезжай к лобусу, мы пошли туда. Шарик наш, шарик. Пойдем, Володя. Вот, шарик, не умеется. Там это, братья, лестницу ставьте сразу. Вот там лежит который. Да, 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 сбоку, сбоку. Вы, один кто-то туда залазь. Залазь, брат. А Николай снизу будет подавать. Туда залазь. А он у него, он без ключа. Открывай. Там его вот на эту, на дверь повесишь или здесь, да. Все, открывай. Залазь туда. И он лестницу уберет. Лестницу можно убрать в сторонку. Сейчас. Брат. Туда в сторонку. Друг на друга сваливать, да, вот так? Нет, там надо сейчас разобрать. Ну все, я выключаю сейчас тогда. Будем заниматься дальше. Вот сестра подъезжает. Ага. А, ну все. Ты, сестра, вообще смотришь в этой машинке красиво. Как она называется то вообще? Тойота. Тойота, да? Микроавтобус. Все, она сама уже упадывает. Ну все, слава богу за все. Аллилуйя.